Сегодня в Чебоксарах прошли сборы глав органов местного самоуправления, муниципальных образований и региона. Руководители муниципалитетов обучали, как обеспечить безопасность жизнедеятельности населения. Огромная роль в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения отводится именно органам местного самоуправления. Главам объяснили, как можно обеспечить безопасность жителей на воде при пожарах. Именно эти руководители несут ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности, поддержание в готовности и совершенствование систем оповещения. Создание системы вызова экстренных оперативных служб через единый номер 112.